Увидеть этот и другие ролики раньше без цензуры и рекламы можно в приватной телеге из описания. Не так давно выходило последнее видео, а я уже собрал новый материал. И сегодня мы немножко ПРПшим за тюремщика, затем снова побываем на жалобах и найдем еще немного нарушителей. На серваке все более чем спокойно и ожидаются доработки правил с их формулировками, а также исправлены мелкие баги, один из которых не позволял нормально под себя настраивать модель профессий. Кстати, об аксессуарах мы добавили несколько новых, вы можете их заценить. У нас есть такая возможность типа кастомизации, можно настроить персонажа, добавить к нему какой-нибудь аксессуар, шапочку. Это, конечно, ничто по сравнению с реальной жизнью, ну и если ты давно хотел пополнить свой гардероб классными шмотками, заходи на все майки. Здесь более 150 тысяч принтов по играм, кино, аниме, мемам и другим тематикам. На осень есть яркие шапки и куртки на любой вкус, а в конструкторе можно сделать принт с помощью нейросетки, и теперь создать необычный принт или подарок еще проще. Вводишь запросы, получаешь уникальный для тебя дизайн. А еще для стилизации ты можешь применить разные тематические фильтры. Переходи на все майки по ссылке в описании или QR-коду и вводи промокод SCRIP1024, который дает скидку 10%. Ну и снимал я этот ролик на нашем сервере Боброград. IP, группа, а также промокоды будут в описании. Кстати, там еще набор в администрацию открыт, требования вроде бы более-менее адекватные, поэтому дерзай. Ребята! Ребят, тюремщик! Дай пароль от тюрьмы! Откройте дверь, меня гулять отпустили. Меня гулять отпустили. Нет. Ты меня отпустил. Куда? Гуляй на верхнем этаже, что ты сюда спустился. Зашел обратно. Так, ну, а можно я тут погуляю тогда? Можно я тут, ай! Наверх иди, я тебе говорю, ты что, не понимаешь? Что ли? Ай! Хорошо. Попытка побега, нарушение порядка. Лицом у стены стоять. Раз, лицом у стены стоять. Ну, хорошо, плюс не починил. Лицом у стены стой, дебил. Захожу. Ты мне закрыл двери. Да я сразу открою дверь и сказал тебе. Ты что, конченый, что ли? Что ты еще творишь? Тебе сказано, стоять лицом у стены. Я тебе сказал, быстро открой дверь. Сколько можно тебе говорить? Лицом стоять у стены, что ты не подчиняешься. Бля, братан, хорошо, я тебя арестую. Куда ты идешь? Куда ты идешь? Ты придурок, тебе не было приказа уходить. Обратно пошел. Пошел туда. Хорошо, я хочу. Что они тебе сказали? Пойти за ним! Выйди отсюда. Выйди отсюда. Закрой ебало, школьник. Да ты такой же школьник. Закрой пасть нахуй, ублюдок без мозга. Ты что, не понимаешь информацию, которую до тебя доносят? Помоги мне выбраться. Маб, кидай мне, я тебе помогу. Да ты уже никуда не выберешься. Нет, ты мне не поможешь. А как? Пожил ты, хватит. Я тебе отвечаю. Мать ставлю, по-моему. Дай меня за залог, я заплачу, и я тебя выпущу. А так дело в том, что то, что я сейчас не в тюрьме, я просто в розыске. А схуяли вы его держите здесь, алло? Я не знаю. Ну-ка выпустил его нахуй отсюда. Да мы без тебя разберемся. А ты можешь вот так вот не говорить, как тупоголовое чмо? Слышал? Он старший сержант полиции. Да, слышал, а он не говорит мне тебя выпустить. Он старше по хуй сосанию, и разве что, и все. Это мне ни о чем не говорит. Не, этот парень нарывается, я тебе серьезно говорю, я сейчас вернусь, подожди. Что делаем? Я не понял. А, привет, у меня жалоба на игрока Паша Техник, его айдишник вот. А, дело в том, что я человеку в тюрьме приказывал, но не ему конкретно, а другому. Я приказывал в камеру пройти, подчиняться моим приказам. Ни один из приказов он толком не выполнил. Я его уже, получается, алло, в другой камере собираюсь арестовать. И потом передумываю, думаю, ну уже лучше его забанить, потому что он ни в какую не слушается. Он стоит за стеклом. То есть, получается, я слушаю. Как ты или что? Да. Как бы беседовать с заключенным, окей, беседуй. Но зачем ты провоцируешь ГОСа, я не знаю. Я хочу, чтобы его забанили. Ты обиделся? Хорошо. Да, я очень сильно обиделся. Я не хочу, чтобы люди нарушали правила. Ты обиделся? Правила. Ты, может, глухой? Ну, тебе сказано было. Да, я обиделся очень сильно. Смотрите. Вы, смотрите, можете рассказать мне, что зачем вы оскорбляли данного человека целенаправленно? Потому что язык с мозгом в паре не работает. У вас была на это какая-то причина? Неприязнь к нему имею лично. Смотрите, у меня лично неприязнь к человеку. Я смотрю на него, мне он не нравится. Из-за чего? Смотрю на него, мне он не нравится. Вы признаете свое нарушение? Да. Удачи. Слухай бебру. Все, спасибо, можешь возвращать. Жалоба закрыта? Да. Угу. Не за что. Хорошая игра. Обиделся я. Ну так за языком следить надо. Ебаный сын собаки. Так, по поводу нон-рпгана надо бы узнать, что я могу за тюремщика таскать.
А, госы могут таскать здесь все. То есть у нас нет такого, что мент может обычный полицейский таскать там разве что ППшки, какие-нибудь пистолеты. А какой-нибудь гос посерьезнее может таскать уже штурмовые винтовки, дробовики, снайперки. Не, такого разделения нету. Вернее, оно есть, но на госов не распространяется. Если ты гос, ты носишь все, что тебе захочется вообще. Цветокор убрали, потому что цветокор ел FPS. В будущем, может быть, мы какой-то свой цветокор завезем и некоторые его вариации. Ну, если кому-то там захочется какие-то снимочки подделать, что-нибудь отснять, я не знаю. Ну, это уже чисто по вашему желанию. То на первом этаже вот ты. Да-да, ты. Ты меня слышишь? Да-да-да, я к тебе обращаюсь. Что у вас такое? Камеры открыты. Камеры открыты? У вас камеры открыты. Сейчас разберемся. Зайди обратно в камеру, я все сейчас позакрываю. Да. Спасибо, что оповестил. Когда у меня заявление придет? Тогда, когда вы вызовете полицию и объясните ей свою ситуацию. Я не занимаюсь заявлениями, я ответственный за тюремное помещение. Ребят, я искренне извиняюсь, а где крафтовые вещи? В торговом центре. Кстати, крафтовые шмотки теперь можно выбрасывать и класть в инвентарь. Удобно? Удобно. Пошел вон. Вышел с камеры, я тебе говорю. Сюда выходи. Вправо, вправо, вправо. Не дергай двери. Отойди. Отойди. Отойди, я тебе говорю. Отойди, ты чё? Хорошо, я тебе если что срок продлю. Я ему розыск впишу. Привет. Какой срок? Шиш, у тебя? Давай поговорим, отойдем. Какой срок? Да, вот я и хочу. У меня 350 секунд. Смотри, варианты такие. 7500 плюс 7500 равно сколько? Смотри на калькуляторе. Чего? 7500 плюс 7500? Да. Бля, 14500 много. Ну, такие. Ой, пироги. 15 тысяч много. Как будешь готов, тогда говори. А где эта дверца вообще? Я такую помню дверцу с щелочкой такой. А, вот она. Втыкаем эту дверцу. А, делаем ФДшечку на G. Ты можете меня выпустить? Да, это я. Здравствуйте. Это, слышишь? Здравствуйте. Ну, у меня закончился срок, а я тут. А в розыске вы сейчас там за что находитесь? Можно по НРП скажу? Давай, говори быстрее только. Меня админ тэпнул, поэтому я в розыске. Сейчас я розыск сниму. Все, давай выходи. Да, хорошо. Спасибо. Всего доброго. И здрасте, что тут делаешь? Вы пиццу заказывали? Сюда. Я же спрашивал, вы пиццу заказывали? Нападение. Какое покушение? Я спрашиваю, вы пиццу заказывали? Вы мне не отвечаете. Что я должен сделать? Я вас спросил, вы пиццу заказали? Вы молчите. Не дергай двери. Это моя дверь. Не дергай двери. Это моя дверь. Не дергай двери. Не дергай двери. Я говорю, ты что, не русский, что ли? Хорошо, нарушение порядка, клевета в сторону госсотрудника. Ты за это будешь еще арестован. Какая клевета? Я же шутил, давай. Лицом у стены. Лицом у стены. Лицом у стены раз. Лицом у стены два. Не двигаться, иначе товарищ, расстрел. Товарищ, вы шуток не понимаете. Ясно, шуток не понимаете, капец. Клевета в сторону госа. И нарушение какая порядка. Какая клевета? Не будем пока глядя. Вот ты слышишь какую-то клевету? Я не слышу никакую. Вот видишь, его выпустили раньше, чем меня. Здравствуйте, за что арестовали вас? Гоп, стоп. Меня арестовали за то, что я был не дома комендантский час. Проходим. Хотя я, блядь,
меня задержали еще, понимаешь? Я сами полицейские раз задержали, пока я бежал, меня второй раз задержали, блядь. И потом уже говорят, блядь, все, ты будешь арестован, проверили лицензию. Ну, смотри, за 5 говорят, отработок можно будет искупить. Я думал, так договоримся. Да, это и есть 5 отработок. Всего доброго. Не попадайтесь больше. О, здравствуйте. Заходим в камеру. Заходим в камеру. Проходим, ребят, в камеру. Я тут обосрусь. Мы так в камере. Все нормально. Камера для этого предусмотрена. Итак, какие сроки у вас? За что арестованы? Холера, ебать ты дорогой. Не, за нелегал поставил. Я. Или. Я вот не дома в каче. 420, да, у каждого? Да, не дома в каче. Отработать хотите? 420, нет, ведь. Я вроде бы посажен, но да, смотря. Ну, смотрите, 10 отработок с каждого получается. И все, можем тогда расходиться. Сколько чего? 10 отработок с вас, честных работ. Полиция, тут человек хочет взять взятку у нас. Ничего, человек хочет взять взятку. 30 тысяч хочет взять взятку. Он хочет 30 тысяч за то, что нас троих выпустить. Откройте дверь. Так, я не понял, кто здесь взяточки берет. Я предложил людям отработать, помочь в постройке. Он хотел взять взятку. Я не пойму, кто что говорит. Давай выйдем, я объясню. Он нам говорил, заплатите 10 тысяч, и я вас выпущу. Заткнулся. Да, да. Сейчас. Раз, если ты по-русски не понимаешь, заткнулся. Мы все трое свидетели. Здрасте. Давай выйдем, я тебе расскажу, потому что они тараторятся вместе. Пойдем. Кто-нибудь вообще понял, что они бубнели, не считая обвинений во взятках? Вот и я на самом деле не особо тоже вкурил, потому что одна из самых крупных помех нормальному отыгрышу – это не столько нарушение, сколько балаган в войс-чате. И вы в этом еще убедитесь. Перед выходом из камеры я дал ему приказ, чтобы он не поднимал никакого шума. Этот приказ он решил ослушаться, хотя я от него даже не отошел достаточно далеко. Вообще не особо понятно, на что он надеется, когда он выкидывает такие обвинения. Да, обвинения имеют место быть, но доказательств никаких нету. А почему? А потому что ПРП, когда ты в тюрьме, у тебя отбирают все вещи, всякие камеры и прочее, у тебя не получится никак пронести. Тем более я написал, какая цена выхода из тюрьмы будет не на какой-то материал, не записал это на видео, и меня никто не записывал. Я просто сказал об этом шепотом через чат. Кстати, там есть такая функция /W, если что, кто не знал. Я взятки брал. Не дергай двери, не дергай, отойди, отойди. Да не дергай двери, ты что, блядь, ненормальный совсем? Ладно, хорошо, ребят. Глава тюрьмы хотел взять взятку, глава тюрьмы. Я понял вас. Глава тюрьмы хочет взять. Лицом у стены все становимся, все лицом к стене, все лицом к стене. В ряд становимся все, все. И ты тоже встаешь, становишься лицом к стене, к нему рядом, к нему рядом, к нему. Я был в полицейском участке. Дернитесь, я буду использовать шокер, я предупредил. Части полицейского участка нельзя, вам можете. Так я же жду, когда меня освободят. Глава тюрьмы хочет взять с нас взятку. Клевета. А за что? Плюс неподчинение. Если бы я вышел бы за пределы полицейского участка, то мне бы розыск выдали бы. Так, у вас получается, я просил вас не трогать двери, нарушение общественного порядка. Я двери не трогал. Разве? Взятку, глава тюрьмы хотел взять у меня взятку. Я их не трогал. Хотел взять. Кому телефон 3 минуты звонит? Хорошо, я тогда развяжу вас, ведите себя спокойнее. Тюрьмы хотел взять у меня взятку, глава тюрьмы просил у меня 10 тысяч. Зайди, пожалуйста. Да, подождите, глава. Можно поговорить с вами, пожалуйста? Можно поговорить? Тебе разрешал кто-то выходить? Да, я разрешал кто-то. Да, я, пожалуйста, поговорю, человек просит. Поговорить. Хорошо. Да, конечно. Короче, смотрите, давайте вам объясню ситуацию. Я, он и еще один человек сидели вон в той камере. Он открывает дверь, заходит и говорит, типа... Кто, 10 отработал? Да, 420. 420.
Он говорит, ну, работает, и типа шепотом нам говорит. Я в данный момент не могу подойти и разобраться с тем вопросом, по которому вы интересуетесь. У нас разбирательство с человеком, который сейчас должен будет сесть за клевету. Как вы думаете, что сделает полиция? Даю вам три варианта. Первый, они спокойно подождут, когда их попросили об этом, потом мы разберемся в тюрьме и после обсудим это заявление. Второй, они свяжутся с начальником полиции, запросят доказательства у заявителя и пойдут сразу в суд, откуда меня вызовут, и я приду сам. Второй вариант я, кстати, не выдумал, у нас реально так можно сделать. Ну и третий, они просто зарыдят нахуй тюрьму, в их же полицейском участке начнут стрельбу и без разбирательства повяжут меня под стволами, после чего понесут в суд, чтобы мы подождали, пока на меня подадут иск в этот же суд. Виту. Он хотел взять... Один глава НМР берет, Подайте на него иск насчет... У меня нет очки, у меня есть... Он должен разобраться с этим. Он же все-таки комитет государственной опасности. И кто сейчас начал стрелять? Кто стреляет? Ты там даже не раз тебе... То, что вы стоите, стреляете, вы, блядь, можете заткнуться нахуй? Я не понимаю, что вы, блядь, говорите. Вы все вместе в разнобой орете, блядь. Что ты делаешь? Ты можешь мне объяснить, блядь? Вы взятку брали. Какую, блядь, взятку? Объясни мне, нахуй, сначала, а не стреляй в тюрьме у меня. Ты разобрался, доказательства какие-то есть. Хватит меня таскать уже, что я сделал тебе такого? Думал, а что случилось? Держите его тут, держите его. Я человека посадил за клевету, за неподчинение и за то, что он нарушает общественный порядок. Он начал просто стоять и спамить в микрофон о том, что я беру взятки. Пришли люди, начали стрелять у меня в тюрьме, кто-то из них. Он начал выламывать как раз таки мою оборону, защиту тюрьмы. И завязал меня нахуй в наручники, унес сюда, блядь. Да нормально вообще, нет? Нет. Но еще надо доказать факт того, что ты брал взятки. Если бы я их брал, зачем ты меня куда несешь? Можешь я байкером? Я тупой, извиняюсь. Тебе надо на АВСД. Куда? Иск какой-то кто-то подавал, я не пойму, что ты делаешь? Да. Алло, ты, может быть, как-то на диалог будешь идти, а не просто в тупую отыгрывать, как тебе нужно? Я тебе сказал, что... Он у меня, тоже пытался взять взятку. Это что-то... Ну не пишешь! У меня взятку, когда я сделал... Сейчас подам. Так, дайте посмотрю его бэджи, дайте я посмотрю его бэджи. Ага, пернатый, хорошо, 5 букв запомнил. Может, меня все-таки стоит отпустить? Я что, убегаю куда-то? Ты, может быть, как-то разобрался с этим? Тебе какую-то доказательную базу, может быть, сейчас дали? Сейчас разберемся. На вас уже как минимум 2 человека, пожалуйста. Вот и в этот человек. О, 2 человека. А, стой! Угу. Так, может быть, все-таки стоит начальника полиции сюда вызвать? Не думал. Так, может, мы разберемся в суде? Да можем в суде, просто ты уже не с того начал, я тебе сразу об этом говорю. Этот человек берет взятки уже. Взятки? Ну, тогда идите либо к мэру, либо в суд. Но лучше в суд, потому что в суд, где вы... Короче, смотрите, идите в суд. Мы уже в суд подали. Я говорю, идите в суд, когда суд вынесет свой вердикт, тогда идите к мэру. Вот этот фрагмент я ускорю, потому что я здесь несколько минут буквально стоял и ждал, пока челику надоест отыгрывать свою сторону, потому что любые обычные адекватные вопросы, он их не воспринимал и просто отыгрывал так, как ему нужно. В этот момент, внимание, помимо иска в суд, на меня еще подают жалобу. Вы спросите, по какой нахуй, сука, блять, причине? А я вам отвечу, блять, нахуй, сука, я не знаю. У него же в итоге на жалобе и нашли ФРРП, и я никогда не понимал вот этого вот смысла. Делают хуйню какую-то конкретные люди, потом они жалуются на что-то, и у них находят нарушение. Но еще интереснее будет, как он объяснит, каким образом он в суде, если что, будет доказывать, что у него есть записи и доказательства. Внимание. Алло. Короче, такая ситуация. Меня посадили за нелегал плюс неподчинение, вроде бы, на 420. Я уже отсидел половину своего срока. Заходит вот этот вот, говорит, типа, вот у вас по 420 же? Мы говорим, да. Он говорит, ну вот, типа, можете 10 отработок сделать и выйти. И пишет, типа, ну, шепотом говорит, 10 отработок равно 10 тысяч рублей. Дальше, когда я начинаю говорить другому главе тюрьмы то, что он пытается взять взятку, я доношу это до другого главы тюрьмы,
этот же человек берет, ставит нас троих лицом к стене, и всех троих повторно садит за нелегал плюс клевету на 420 секунд. За клевету и нелегал. Хотя у меня все доказательства того, что он пытался взять взятку, есть. Доказательства какие у тебя в тюрьме есть? Вот мне интересно это очень. Ну, ты пытался взять взятку. Взятка прямые, не запрещена, я знаю. Прямые доказательства. Я знаю то, что подожди. Взятка не запрещена. Но ты уже рассказал ситуацию, да? Тебя посадили за неподчинение и за клевету в сторону госсотрудника. От двух нарушений дается максимальный срок заново. Тебя, поставили лицом к стене. А в каком? До этого тебе отдали приказ замолчать и вести себя тихо. На тебя направили оружие. Ты не подчинился приказу вооруженного, грубо говоря, человека. Ты подумал, что если я выхожу... получается, из помещения, еще толком даже дверь не закрыла, то ты можешь себе позволить дальше сидеть и просто-напросто спамить о том, что я беру взятки. Ты буквально ничего, кроме того, что я пытаюсь взять взятку, не говорил. Для чего? А почему? А, точно, чтобы тебя отпустили, а меня просто сняли с профессии. Начнем с того, что я тебе написал это шепотом. У тебя нету никакой камеры в тюрьме. По канону тебя в тюрьме, перед тюрьмой обыскивают, забирают все твои личные вещи, дают тебе тюремную, грубо говоря, одежду, без ничего ты оказываешься в тюрьме. У тебя максимум есть какая-то сумма денег на личные расходы. Вот. Тебе пришли, сказали о том, что ты можешь досрочно выйти из тюрьмы, если отработаешь. Я это сказал вслух, чтобы, это было слышно. И это не скрывается, потому что... Сейчас телефон. Смотри, тебе было сказано вслух о том, что ты можешь отработать и выйти досрочно, правильно? А тебе было сказано по РП шепотом, нигде не записано, нигде нету никаких надписей о том, что такое отработка. Тебе это просто сказали, но шепотом, правильно? Шепотом сказали, сказали же. Значит, это слышал только ты и тот еще, кому я говорил. Все, больше, никто. За пределами камеры никто это не услышит по РП. Допустим, да, по РП никто не услышит. Дальше. Дальше, у меня вопрос к тебе. Каким образом ты тогда пошел подавать иск на то, что у тебя якобы есть какие-то доказательства касаемо того, что я беру взятки? Потому что было два свидетеля еще, которые это подтверждали. И каким образом свидетели без прямых доказательств того, что я взял какую-то сумму денег, могут сыграть какую-то роль? А как им поверят без прямых доказательств того, что кто-то передал деньги, без записи того, что происходило? Как это будет развиваться? Я тебе сразу отвечу, никак. Вас просто турнут. А вы потом, я сразу предупреждаю, вы потом сразу сядете снова за клевету. Из-за того, что вы делаете. Ты хотел неудобства мне доставить из-за того, что ты обиделся на арест? Ты справился с этим, ты мне их доставил. Пришли люди, начали стрелять у меня в тюрьме. Меня просто так связали и унесли. К этим людям я вообще ни при чем, я никому не говорил это, кроме главы тюрьмы, который там еще. Ты садишь меня за клевету, разве такое разрешено, то, что ты садишь меня за клевету, хотя это на деле не было клеветой. Это было клеветой. В твоем случае это клевета, потому что с тебя я ничего не взял, с другого человека я ничего не взял. Я говорил как раз таки то, что ты пытался взять. Ты утверждал, что я беру взятки, и я прям конкретно беру их, то есть я получаю деньги... И с этим я как-то двигаюсь. Но в итоге у тебя нету ни одного прямого доказательства, но ты при этом идешь в суд. Хорошо, иди, твое право, да? Просто смысла этого всего нету никакого, потому что ты находишься в тюрьме, ты никакую доказательную базу сделать не сможешь. А по РП отыграть, что ты с какой-то камерой, в запе находишься, которая у тебя сидит, или же в заднице, это тоже, странная очень отыгровка, которая будет вряд ли приемлема. Тогда у меня вопрос. Я ж тебе оружием угрожал, говорил замолчать. А почему ты не подчинился этому приказу? Когда ты сказал, я замолчал. А после этого, через некоторое время, ты убрал оружие, потом еще и вышел, там блочил дверь. Это не я был. Да, то есть хуйку делаете вы, вы блочите двери, вы орете в микрофон, просто чтобы на вас обратили внимание о взятках. Ты не подчиняешься приказам, а жалуешься ты на меня. На что тогда ты в итоге жалуешься? Я тебе еще раз повторяю, дверь блочил не я, это вообще, никто мой просто... Я про вас всех говорю, в общем, вы делаете хуйню какую-то, а ты в итоге на меня жалуешься. А что я именно сделал?
я тебе говорю, как раз таки ты посадил за клевету, хотя это не являлось клеветой, я говорил. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого человека и подрывающих его репутацию. Ты рассказываешь, ну, вот и кричишь на всю тюрьму буквально о том, что я беру взятки. Что это тогда по-твоему? Ну, это как раз таки не является, ну, это не является клеветой, потому что это по факту вот так вот. Я без, еще раз повторяю, ты, я можешь, подожди, ты можешь это как-то доказать? Взять взятку. Ты можешь доказать то, что я беру что или брал взятки? Можешь это доказать как-то? Я говорю еще раз, я повторяюсь, я говорил не то, что ты берешь, а то, что ты пытался взять взятку. У тебя есть доказательства, что он пытался? Есть. Какие? Ну, демка есть. Как, какая ну, нахуй демка? Ты с демкой, пойдешь в суд или что? Нет, я снова повторяю. Какая разница, были у меня доказательства или нет? Разве я не имею права говорить, какая то, что какая разница, нахуй? Ты пойдешь на человека жаловаться, ИРЛ, тебе скажут доказательства того, что ты говоришь. Есть, нету. Ты, если есть доказательства, предоставляешь их, с этим разбираются и потом что-то делают. Нету доказательств, и в итоге, если на тебя ответный иск подается, у тебя будет клевета. А поскольку я гос, я могу без всяких судов просто тебя найти, подать в розыск за клевету, тебя приведут, и я тебя арестую снова. Вот такая разница. Ты в суде свою демку не покажешь, блять, потому что тебе нечем по РП там записывать ее. Ну, в суде, ну, допустим, вот в жизни, давай представим ситуацию в реальной жизни, допустим, вот что-то произошло в каком-то переулке, да, там были свидетели этого, допустим, там, блядь, ну, что-либо произошло, какое-то преступление, там были свидетели, но камер не было. То есть, допустим, они пойдут в суд, подадут на него в суд, и вот, блядь, скажут, ну, прямых доказательств нет, свидетель, на свидетелей нам похуй, все, вот так, типа, или как? Я не понимаю, зачем что? Это делать, зачем ты жалобу подаешь, допустим, если ты сам хуйню делаешь? Я в суде, дальше. Что такое? Проведя какое-то время в наручниках и в мэрии, затем на жалобе, которую подали, знает по какой причине, я дождался наконец-таки, когда уже будет заседание, и мы перешли к делу. Ладно, человек, меня посадили в тюрьму, потому что я находился в розыске на тот момент. И получается, я прохожу, и тут бац, он говорит, что потом. Такой, 10 отработок равно 10 тысяч. И это он трем людей говорит. Они могут доказать, но одного, к сожалению, Всевышние силы забрали и удалили на 15 минут. Да, это все. Подсудимый, что вы скажете? Я, как обычно, проводил обход всех камер. При поступлении новых заключенных я узнаю, за что конкретно каждый был арестован и какой срок ему сидеть. И у каждого я, естественно, спрашиваю, хочет ли кто-то выйти досрочно. Если человек хочет выйти досрочно, я предоставляю им такую возможность. В данный момент, точнее тогда, мы застраивали блок тюремный. И они могли принять участие в этой застройке тюремного блока, за что они были бы поощрены. И, может быть, наказание их смягчилось бы, либо они бы чаще выходили на прогулки. Я им сказал то, что 10 отработок, то есть надо будет там сделать один вид работы, другой вид работы. И таким образом сделать 10 отработок и получается освободиться от своего наказания несколько раньше, чем другие. В тюрьме из-за этого начался балаган, все начали кричать о том, что вот все, кто находился в той камере, все начали кричать о том, что я якобы беру взятки. Один из них улетел уже за клевету в сторону госсотрудника и за неподчинение приказам, потому что им было приказано вести себя тише, ибо пришла полиция по одному из заявлений, и надо было как-то разбираться, но без лишнего шума, потому что просто-напросто людей не слышно было. Я дал приказ человеку вести себя тише, он его не послушал. Получил клевету и неподчинение. Протестую. Он потом также пришел с нарядом полицейским, который без каких-либо церемоний, я знаю имя сотрудника того, кто взломал мне как раз тюремный блок. Получить. Начали стрелять в тюремном блоке, связали меня и притащили сюда. И как бы с тех пор я нахожусь в мэрии, потому что ожидаю судебного заседания. Угу, то есть 10 отработок, это 10 видов разной работы. Протестую. Ну да, в общем, принести там, поставить, установить, закрепить вот стену, перегородку. Установить сантехнику, грубо говоря, чтобы был туалет хотя бы, не знаю, облагородить помещение, там, не знаю, цветы, диванчики какие-нибудь там, самый-самый даже просижен. Я об этом говорю, то есть, и на каждый получается цикл работы, один вид работы идет у каждого. При выполнении раз отработка зачиталась, два и так далее, до 5, до 10, зависит от того, какой срок человек получил. Если человек получил максимальный срок, я ему назначаю от 10 до 15 отработок. Если получил маленький срок,
5-10 отработок. Все, я вас прекрасно понял. То, что он говорит, ложь полную, потому что, когда я прошел, он никаких отработок никому не предлагал. Он сразу ясно давал то, что понять, то, что 10 отработок, это не то, что он сказал, а то, что это в рублях 10 тысяч выходит. Потом он нам ничего не предлагал, ничего не говорил. Он меня дубинкой несколько раз ударил подряд. Непонятно за что, без какой-либо ведомой причины. Да. Видите, я хочу под ним чутка пошутить, но он не понимает, что такое шутки. Либо повара, либо кого угодно. Ну, тюрьма это не место для шуток, тем более с госсотрудниками. У меня тоже. Тем более, это даже не ему было операционно, потому что я шутил. Ну, смотрите, значит. Для меня лично недостаточно доказательств. А истец говорит то, что он полностью врет. Хорошо. То есть я не могу вынести. Ваша честь. Наш мэр. Прошу учесть. Где наш что мэр? За все заседание мэр. Не было предоставлено ни одного весомого доказательства. Можете, например, факта того, что я получил какие-либо деньги. Я получаю в данный момент лишь как раз отчисления вместе с налогами своей заработной платы, и вы можете их проверить при желании. Не было никакого факта получения мной денег, ни записей каких-нибудь с видеокамер. А видеокамера у нас есть в полицейском участке. Никаких-то письменных заявлений с моей стороны, то что вот, если ты хочешь выйти, то плати вот столько-то, столько-то, да, условно. Я ничего такого не писал, не делал, я денег таких не получал. Я вас прекрасно понял. Извините, ты же перебил, оставайся я. Мне тут один IQ нашептал, но когда я спрашивал, есть ли у всех полицейских бодикамера, он мне сказал то, что есть. Можете его проверить на наличие. Давали, товарищ милиционер. Зачастую. Прошу вас, имеете ли вы вообще бодикамеру с собой? Извините, пожалуйста, а где вы на мне видите так называемую бодикамеру? Вот, можете на меня посмотреть? Я могу встать в полный рост. Вы посмотрите, где у меня здесь бодикамера. Подайте заявление в суд. Хорошо, раз бодикамера отсутствует, присутствует ли запись? Есть записи с ПУ, да, камера установлена как раз таки в приемной, в приемном отделении, куда люди приходят подать заявление. Там как раз таки фиксируется время, когда происходят какие-либо события. И вы можете просто пройти со мной и посмотреть, где находится эта камера. Она находится как раз таки в прихожей, грубо говоря, в холле. В остальных помещениях камера не установлена никакая. В тюремном блоке я не вижу ни одной камеры. Я работаю там уже 2-3 часа к ряду. И ни одной камеры я там не вижу. Возможно, пока я отсутствовал, эти камеры, может быть, и поставил как раз таки мой заместитель. Имя его как раз сейчас скажу. Имя его Terracraft. Его зовут, и возможно он, да, их поставил, но вы на них вряд ли что-то найдете. Вы на них вряд ли что-то найдете, потому что они поставлены после того, как произошел этот инцидент. Но если так говорит ваш знакомый IQ милиционер, пожалуйста, назовите имя его. Его зовут Ферри. Хорошо, у него тогда на бодикамере, поскольку он работает по городу, и он обязан фиксировать правонарушения гражданских, каких-то записей тех же самых рейдов, чтобы была отчетность по тому, кто был ранен, кто был убит, что было найдено, изъято. Он может, наверное, предоставить запись, как у меня в тюремном блоке один из СБГ сотрудников начал стрелять, чтобы привлечь мое внимание, когда я ясно предупредил, что я подойду позже, когда мы разберемся как раз-таки с теми, кто клевещет на госсотрудника. Они начали стрелять у меня в тюремном блоке, затем IQ, этот милиционер, он взломал тюремный блок с помощью аппарата своего и меня задержал. Без всяких разбирательств он меня унес в мэрию, и раз у него есть бодикамера, то я думаю, ему не составит особого труда предоставить нам записи, чтобы посмотреть, как это реально все было. Объяснил ли он вашего задержания? Претензия, как я понял, заключалась в том, что я якобы беру взятки, меня обвиняет кто-то во взятках, но я попросил сначала дать нам разобраться, чтобы тихо было. Закрой дверь. Ну, я думаю, то, что он связался со своим другом и уже там все сделали. Чтобы у них все было красиво. Что красиво? Что красиво конкретно? Дело будет закрыто по недостатку доказательств. Также, если же у вас имеются какие-то претензии к участникам данной ситуации, то есть таким милиционеру, который задержал, вы можете подать иск, они будут приглашены сюда, будет полный разбор данной ситуации. Я так понял, Ферри этот ливнул, да? Да, дисконнектнулся сразу же.
Может, понял, чё к чему. Может, не понял. Сломал. Хотя какой пароль? Какой пароль, парни? Подожди, подожди. Выпустите, пожалуйста. О, начальник, начальник. Открывай. Я не знаю пароля. Я просто пересмотрю демку и сам уже гляну, чё к чему, и повыдаю наказание. Суд я выиграл по одной простой причине, потому что у него нету ничего из доказательств, которые мог бы предъявить. Давай, он должен разобраться с этим. Твой хозяин, о, вот твой хозяин. С ХКшки стрелял, потому что у ХКшки нету звука выстрела. ХКшка у единственного вот этого вот в руках. То, что вы стоите, у этого также идет на НРП помимо фрикафа. И бонусом ко всему этому плюс еще лиф 1.27. Ты, может быть, как-то на диалог будешь идти, а не просто в тупую отыгрывать, как тебе нужно. Ну, как и оказалось, он просто игнорил и хотел отыграть, как ему нужно. Значит, тогда что делаем? Плеер бан. Один навзламывался, поиграл в крутого полицейского, другой настрелялся в тюрьме. Слушай. Все. У каждого по 5.5 часов вышло. Кто просил? Никто. Пора бы перейти к тем ребятам, которые поддерживают меня дополнительной монетой в Телеграме. Отдельное спасибо этим ребятам. Саня Санчо, Хорни Девил, Илья, Юрий, Титан Пропан, Сварите Макароны, Веларис, Сан-Франциско, Никита Булка, Феликс, Кирилл Харченко, Никто, Квадро Эспада, Латук, Копедит, Андрей Муратов, Рью Сташ, Спарки, Влад Шулик, Иван Ворон, Факап, Клоунака, Пересвет, Афорбис, Айтвальс, Толер Хапаевич, Хаку, Манки, тот самый микробандит, Патрон 1, Исаак 322, Латук, Гамбургер Не и Too Much Swag. А также остальным ребятам у вас на экранах.